Томас улыбнулся и помахал мне, а потом показал на свою жену, и видела, как он нагнулся к ней и что-то шепнул на ухо. Она тоже улыбнулась и грациозно помахала мне рукой. Внезапно я почувствовала себя настоящим Андре-гигантом и пожалела, что не оделась получше. «Куда же ушла ваша жена?» – небрежным тоном спросила я. Я показала на Стива, который как раз в этот момент беседовал с каким-то розовощеким молодым человеком лет 20, с небольшим, стоявшим к нему вплотную. Полагаю, у Стива на сегодня могут быть совсем другие планы, но я спрашивала у него разрешение. С этими словами Томас схватил меня за руку и буквально потащил к Стиву. «Нет, пожалуйста», – начала была я. Его движение показалось мне удивительно грубым. Когда мы подошли, Стив оторвал взгляд от своего собеседника и увидел стоящего перед ним Томаса, который держал меня за руку. «Должно быть Томас, у кого уже сказал Стив». Томас ответил на это замечание улыбкой. «Да, так и есть. Я тут подумал, нельзя ли похитить у вас этот вечер вашу подругу. Похоже, она единственный человек, с кем мне хотелось бы сегодня поговорить. А ночь для октября такая теплая, что у меня возникло желание воспользоваться ей». «Воспользоваться Джулией?» – с глупой улыбкой произнес мой придурок приятель Стив. «Нет-нет, разумеется, нет», – рассмеялся Томас. «Воспользоваться хорошей погодой и этим вечером». «Ах, ну, конечно, конечно». Томас пожал Стиву руку. «Сегодня вечером вы были просто великолепны». «Правда, Стив, право». Затем он положил руку мне на спину и аккуратно направил меня в сторону выхода. Мы шли по авеню до Люпера. Я не могла удержаться, чтобы не перейти к главному интересующему меня вопросу. «У вас очень красивая жена». «Да, очень». После этого мне, по сути, нечего было сказать, но я почувствовала, как важно сейчас поговорить о ней. Чем она занимается? В смысле, чем зарабатывает на жизнь? У нее есть магазин дамского белья в 11-м квартале. Он процветает. Его посещают многие модели и актрисы. Я подумала, ну, конечно, жена Томаса занимается частным бизнесом, олицетворяющим женственность и сексуальность. Я уверена, что она выглядит идеально, даже если одежды на ней совсем немного. Позвольте мне сделать небольшое отступление. Я постараюсь, чтобы она была как можно короче. Я женщина, которая живет в большом американском городе, смотрит телевизор и ходит в кино. А потому я ненавижу свое тело. Я знаю, насколько это не политкорректно, банально, утомительно и не по-женски. Но ничего не могу с этим поделать. Я знаю, что я не толстая, у меня вполне респектабельный 6-й размер. Но если, как говорится, копнуть глубже, я вынуждена признаться себе в том, что абсолютно уверена. Главными причинами отсутствия у меня бойфренда являются мой целлюлит и громадные бедра. Все женщины ненормальные, но давайте двигаться дальше. «Не хотите ли присесть и выпить кофе?» – спросил Томас. Мы находились напротив кафе, и за столиком на улице были свободные места. Да, это было бы здорово. Официантка вручила нам закатанное в пластик меню. Знаете, такие с небольшими картинками, где изображены разные крок-месье, горячий сэндвич с сыром и ветчиной и бифштексы с жареным картофелем. Итак, Джулия, поведайте мне вот что. Какой у вас, как одинокой женщины, самый большой страх? Я вздрогнула, испуганно взглянула на Томаса. Вау, похоже, светские беседы – это не для вас? Нервно усмехнулась я. Уже слишком коротка, вы мне очень интересны. Он слегка склонил голову на бок с видом полного внимания. Но, думаю, это очевидно. Это страх, что я никогда никого себе не найду, чтобы полюбить. Я опустила глаза на свое меню, уставившись на фотографию омлета. К нам снова подошла официантка, и Томас заказал бутылку шардоне. Зачем вам так переживать по этому поводу? Это все равно случится, любой вас найдет. Это всегда случается, разве не так? Да, а вообще-то нет. По отношению к себе я и моим подругам у меня такого ощущения нет. У нас дома статистика говорит о том, что очень трудно найти хорошего мужчину, а дальше будет еще труднее. Это что-то вроде кризиса. К нам подошла официантка с бутылкой вина. Томас одобрил его, официантка налила нам два бокала. Да, ну как бы там ни было,
Вы все равно должны задать себе вопрос. Я среднестатистический человек или же особенная личность? Мне кажется, нужно выбрать второе. А как иначе все это выдержать? Индивидуальность против статистики. Об этом я никогда не задумывалась. Я посмотрела на Томаса и решила, что уже люблю его. Не в смысле реально чувственной любовью. Скорее, любовью вроде есть сейчас в Париже, а вы такой красивый и говоришь всякие умные вещи о жизни и любви. Томас был женат, и мы с ним никогда не будем спать вместе. Однако он определенно был сердцеедом в моем вкусе. Это очень интересная теория, только сказала я. Мы выпили свое вино и прогуляли еще 3 часа. Было уже 4 утра, когда мы вышли из последнего кафе и пешком направились к дому Стива. Я чувствовала себя помолодевшей, привлекательной, умной и веселой. Когда мы остановились у дверей в квартиру Стива, чтобы попрощаться, Томас расцеловал меня в обе щеки. Затем он улыбнулся мне озорной улыбкой. Нам следовало бы закрутить роман, Джулия. Это было бы так здорово. Тут со мной случился затяжной приступ кашля, как всегда бывает, когда я очень нервничаю. Впрочем, это также дало мне время на то, чтобы сообразить, что ему ответить. Когда я в конце концов перестала кашлять и собралась с мыслями, я сказала: «Знаете, я не уверена, смогу ли найти любовь своей жизни в ближайшее время и понятия не имею, каким личностям себя отнести, особенным или среднестатистическим. Зато я абсолютно уверена в том, что не стала бы спать с женатым мужчиной». Томас кивнул. «Понятно. И не имеет значения, одобряет это его жена или нет. Можете считать меня провинциалкой». «Окей, мисс Джулия, провинциалка», — с улыбкой произнес Томас. «Тогда скажите мне, сколько еще вы пробудете во Франции?» Только тут я вдруг поняла, что у меня до сих пор нет никаких планов насчет того, сколько еще я буду здесь оставаться и куда направляюсь потом. Стоя перед Томасом, я думала, в достаточной ли степени Париж научил меня тому, каково тут быть одинокой. Я узнала о гордости и кое-что о существующих типах брака. Возможно, я уже знала все, что было необходимо мне на этот момент. Возможно, мне пора двигаться дальше. Еще не знаю. Наверное, из Парижа я поеду в Рим. Глаза Томаса вспыхнули. Да, вы обязательно должны там побывать. Париж очень хорошее место. Но даже мы, французы, понимаем, Рим это... Благоговейно закатил глаза. Я являюсь совладельцем одного тамошнего кафе. Вы должны его посетить. Я знаком там со многими одинокими женщинами. Не сомневаюсь в этом. Саркастическим тоном сказала я. Я еще не закончила фразу, а мне уже резануло ухо то, как она прозвучала. А прозвучала она очень резко, очень цинично, очень по-нью-йоркски. Томас посмотрел на меня серьезно и несколько раздраженно. «Знаете, Джули, если вы не любите себя настолько, что считаете, будто я веду себя так с каждой женщиной, которую встречаю, это проблема вашей и вашего психотерапевта. Но прошу вас, не нужно изображать меня свиньей. Это несправедливо. Меня отчитали по заслугам, и я не нашлась, что на это возразить. Пожалуйста, дайте мне знать. Если вам понадобится моя помощь в Риме, это место идеально подходит для ваших целей», — вежливо сказал Томас. «На самом деле, я думаю, что как раз то, что вам необходимо». Глядя, как он уходит, я вдруг поняла, в чем могу быть вполне уверена, по крайней мере, на данный момент. Иногда принцессе действительно лучше нафиг заткнуться. Тем временем в Штатах, через неделю после того, как Джорджия дала Максу в Whole Foods свой номер телефона, она не знала, с кем ей поговорить. Поскольку меня рядом не было, единственными знакомыми ее одинокими женщинами были Руби и Элис, она позвонила им, и они согласились встретиться с ней в одном мексиканском ресторанчике в Вест-Виллидже, где подавали коктейли «Маргарита» по 5 баксов. «Не понимаю, зачем мужчине брать твой номер, чтобы потом мне звонить?» — скептически спросила Джорджия у Руби и Элис. «Объясните мне это, пожалуйста». Руби и Элис не успели даже снять свое пальто, так и замерли на месте, уставившись на Джорджию и не зная, что ей ответить. «Нет, правда, это же не я к нему подошла, и не я спросила его номер телефона. Я просто занималась своими делами. Но потом он попросил меня дать ему мой телефон, и я загорелась. Мне захотелось увидеться с Максом, захотелось пойти с ним на свидание. Такое часто случается». Руби с Элис переглянулись.
Наконец Руби не удержалась и спросила: «Прошу прощения, ты что, никогда раньше не назначала свидание?» Подошел официант, принял заказ, который состоял исключительно из персиковых маргарит со льдом. В колледже у меня был постоянный парень, а потом уже в магистратуре я познакомилась с Дейлом. Так что, собственно говоря, нет. На самом деле, я никогда раньше не ходила на свидание. Я общалась с Джулией, слышала, что она об этом рассказывала, но не особенно обращала на это внимание, потому что, как вы понимаете, была тогда замужем. Внезапно выражение лица Джорджии стало очень виноватым и смущенным. Она смотрела на Руби Эллис, и глаза ее искали ответа. «Расскажите мне, неужели все мужчины так хреново относятся к женщинам в Нью-Йорке?» Руби с Эллис снова молча переглянулись. Вся эта ситуация очень напоминала дилемму, с которой сталкиваешься, когда твои подруги собираются удалять зуб мудрости. И она спрашивает, как это было, когда зуб удаляли тебе. Сказать правду, что ты 3 недели промучалась жуткой болью и ходила с опухшей щекой, как у бурундука, или солгать, пусть сама для себя это выяснит. Втайне надеюсь, что у нее все пройдет легче. Руби отколебнула свой коктейль из стакана размером с небольшой автомобиль и на мгновение задумалась. Она думала о том, сколько дней и ночей она провела в полном отчаянии, проливая слезы по какому-то парню. Эллис грызла жирные, но очень вкусные кукурузные чипсы и думала о том, со сколькими мужчинами она встречалась и сколько времени потратила на эту авантюру со свиданиями. В один короткий миг они обе задумались о том, что на самом деле могут сказать насчет знакомств с мужчинами и поисков любви в Нью-Йорке. Начала Руби. Нет, дело не в том, что все парни подлецы, и ты не можешь и не должна так думать. В Нью-Йорке есть по-настоящему классные ребята, правда. Просто тут ты иногда можешь встретиться с грубостью. Так что порой приходится вроде как защищаться от этого, понимаешь? Но защищаться не так, чтобы показаться хрупкой, однако нужно было очень осторожной. Нужно быть очень осторожной, нужно относиться ко всему этому очень серьезно. В том смысле, чтобы потом не особенно переживать. Поняла? Джорджи смущенно посмотрела на Руби, и то и стало ясно, что ее объяснения не помогли. Эллис, как бывшему судебному адвокату, было намного проще выложить. Джорджи плохие новости напрямую, быстро, не посыпая край бокала с коктейлем, с солью. «Послушай, Джорджи, правда состоит в том, что некоторые мужики в Нью-Йорке действительно отстой. Они находятся здесь не для того, чтобы встретить женщину своей мечты, а остепениться и жениться на ней. Они просто пытаются переспать с как можно большим количеством женщин, постоянно продолжая искать для себя следующую подругу, которая будет красивее, кричее, лучше в постели. Теперь, что касается этого твоего парня Макса. Он мог просто шататься по городу, собирая номера телефонов разных женщин, чтобы почувствовать себя крутым, чтобы знать, что он может найти женщин, которые дадут ему свой номер телефона. Он мог делать это просто из спортивного интереса». Джорджи слушала Элис с восторженным вниманием. «И единственная защита, которая у нас есть, это устойчивость к подобным вещам. Наша способность снова выйти на люди и попытаться с кем-то познакомиться. Наша способность распознать плохих парней, отсеять, абстрагироваться и потом восстановиться для того, чтобы в конце концов найти одного хорошего. Это наше единственное оружие». Джорджи сделала большой глоток своей маргариты со льдом. «Окей, допустим, но я думаю, что нельзя позволять им, чтобы это просто так. Ох, у меня мозги замерзли, заледенели». Джорджи неожиданно скривилась и быстро закрыла лицо руками. Она немного посидела так, пока мышцы расслабились, и болезненное ощущение ушло. Мгновение она выглядела по-настоящему невменяемой. «Окей, как бы там ни было, я думаю, нельзя позволять мужчинам, чтобы это просто так сходило им с рук. Я считаю, что их необходимо воспитывать. Если никто из нас не будет говорить, что мы при этом чувствуем, они, полагаю, так и будут шляться, где попало, собирая женщин, набирая телефонов и никогда им не звоня. Мы обязаны дать мужчинам понять, что это неправильно. Мы должны вернуть свою ночь». С этими словами Джорджия схватила сумочку, вынула оттуда кошелек, достала $20 и швырнула их на стол. «Спасибо, что помогли мне. Напитки за мой счет. А ты куда?» – испуганно спросила у нее Руби.
Джорджия надела куртку и встала из-за стола. Whole Foods. Подожду, пока там мне покажется Макс. А потом попробую стать катализатором перемен для всего Нью-Йорка. Джорджия Пули вылетела из ресторана, а Руби с Элис остались одни, не зная, что сказать друг другу. Джорджия кралась по проходам супермаркета Whole Foods, словно пума, выслеживающая ничего не подозревающего путешественника. Не было никаких предпосылок к тому, чтобы Макс пришел сюда сегодня вечером. Но Джорджия находилась здесь с важной миссией. Она надеялась, что чудесным образом способна принудить его появиться в отделе экологически чистой зелени прямо в эту минуту одной только силой своей мысли. Она прохаживалась вдоль прилавка, думая о том, как она будет говорить с Максом. Спокойно объяснит ему, каким образом его действия влияют на других людей, и благодаря этому сделает мир более безопасным для женской половины человечества. Джорджия гуляла по магазину 2 часа, и было уже 10 вечера. Она изучила здесь каждое отдело и была близка к тому, чтобы изучить в каждом отделе любой товар, когда вдруг перед замороженными эдамами молодые бобы сои, так называемые бобы молочной спелости, заметила его. Макс разговаривал с красивой молодой блондинкой, которая держала в руках рюкзачок с эмблемой Нью-Йорк-Сити. Еще одна из его жертв. Не теряя ни минуты, Джорджия бросилась в атаку. Она тут же подскочила к Максу и встала прямо перед ним и симпатичной жительницей Нью-Йорка. «Эй, ой, привет! Рад снова видеть вас здесь!» – сказал Макс с едва заметной ноткой растерянности в голосе. «Привет, Макс. Я просто хотела сказать тебе, что когда ты берешь у женщины номер телефона, а потом мне звонишь, это может быть ей неприятно. Большинство женщин не раздают свои номера, кому попало. Большинство женщин редко ощущают проблеск чувств в отношении того, с кем разговаривают. Так что, когда они все-таки дают номер своего телефона, это своеобразно немое согласие или знак того, что они ожидают. Им все-таки позвонят. В первую очередь потому, что это у них попросили номер телефона». Макс начал крутить головой по сторонам, его глаза нервно забегали, девушка с рюкзачком смотрела на Джорджию пустым взглядом. «Я уверена, ты делала это потому, что тебе всегда сходило это с рук. Но хочу тебе сказать, что больше ты так поступать не должен. Это не по-джентльменски». Макс уже смотрел строго на свои кроссовки и бормотал: «Господи, за что ты направляешь ко мне всех этих психов?» Ну, разумеется, он перешел к обороне, называя других психами. Мужчины всегда прибегают к такому способу защиты. По этой причине нам никогда не следует психовать присутствие мужиков, просто чтобы не давать им в руки доказательств того, что они правы. Как бы там ни было, но сейчас Джорджия понемногу начинала злиться. «О, ну конечно, теперь ты будешь называть меня психопаткой, потому что большинство женщин не противостоят мужчинам и их дурному поведению, потому что женщины так подавлены, что уверены, это бесполезно. Но на этот раз я просто хотела просветить тебя на этот счет. Вот и все». К этому моменту на них уже начали оглядываться. Девушка с нью-йоркским рюкзаком не сходила с места. Она явно наслаждалась этим шоу, а Макс начал терять самообладание. «Ладно, психопатка, это все, ты закончила?» Вот теперь Джорджия взвилась не на шутку. «Послушай, не смей называть меня психопаткой, этим ты моего отношения не изменишь». Девушка с рюкзачком, которая до сих пор молчала, вдруг заговорила: «Да, я думаю, тебе не стоит называть ее психопаткой, она просто рассказывает о том, что чувствует». «Ну вот, замечательно, еще одна ненормальная», — сказал Макс. «Не смей называть меня ненормальной», — сказала нью-йоркская девушка уже немного громче. «Не смей называть ее ненормальной», — сказала Джорджия еще громче, чем та девушка. К счастью для присутствующих, возможно, за исключением зрителей, которых все это явно забавляло, к ним подошел невысокий мужчина на крахмаленной белой рубашке, похожей на испанца, и пресек спор на корне. «Прошу прощения, но вы должны немедленно покинуть это. Наш магазин. Вы беспокоите остальных посетителей». Джорджия огляделась по сторонам, а затем надменно взглянула на Макса. «Хорошо, я уйду». Думаю, до него дошло мое послание, и она гордо, с высоко поднятой головой,
направилась к выходу, не замечая хмылок и хихиканья в свой адрес. Джорджия вихрем вылетела на улицу. Но уже идя по тротуару и заглянув в витрину Whole Foods, она увидела, что девушка с рюкзачком по-прежнему стоит и разговаривает с Максом. И что Макс смеется и выразительно крутит пальцем у виска, определенно имея в виду, что она, Джорджия, сумасшедшая. Джорджия отвернулась от витрины. Она шла по улице, стараясь держаться горделиво, стараясь сохранять чувство собственного достоинства. Она подумала, что после наезда на Макса почувствовала себя намного лучше. Так оно и было. В течение 5 минут, пока она на него орала. Однако Джорджия по-прежнему была новичком в том, что касается искусства быть одинокой женщиной. А потому, независимо от того, что она там себе думала, ей все еще необходимо было очень многому научиться. Правило 4. Увлекайтесь, даже если невозможно определить, когда это необходимо, а когда может закончиться катастрофа. Эльс всегда гордилась тем, что знает Нью-Йорк. Она вполне могла бы быть экскурсоводом по этому громадному городу от Бронкса до Стейтен-Айленда, поскольку ей были знакомы здесь все углы и закоулки, как никому другому. Но это было раньше, до того, как она завела себе бойфренда. Только тогда Элис вспомнила о существовании совершенно иного Нью-Йорка, который предназначен исключительно для пар. За последний год, профессионально занявшись поиском мужчины, Элис получила доступ к самым популярным барам, ночным клубам, ресторанам и спортивным площадкам, какие только мог предложить этот город. Но существовала и другая сторона Нью-Йорка, куда доступ для нее был закрыт, поскольку у нее не было бойфренда. Взять, например, Бруклинский ботанический сад, куда Элис отправилась с Джимом. Окей. Но пока он не был ее бойфрендом. Прошло-то всего 2 недели. Но после их первого свидания она решила позволить ему восхищаться ею до тех пор, пока им обоим это будет доставлять удовольствие. Они вместе сели на второй маршрут метро до Бруклина и теперь, взявшись за руки, прогуливались по тропическому павильону и музею карликовых деревьев бонсай. Это было божественно. Потом Элис и Джим остановились послушать короткую лекцию о деревьях золотистого гинкго. Невысокая седовласая женщина рассказывала группе людей о том, что гинкго можно отличить от других голосеменных растений по похожим на веер двухлопастным листьям. Элис начала думать о 14 прошедших днях, которые она провела вместе с Джимом. За это время они обнаружили еще несколько горячих точек, куда люди ходят парами, такие как планетарий Хейдена в первую пятницу месяца, когда он работает допоздна, зоопарк в Бронксе, ну кто ходит туда без ребенка или без парня, и каток в Челси Пирс. Элис всегда хотелось туда сходить, но все никак не удавалось никого вытащить. И вот теперь она стоит в ботаническом саду и слушает о гинкго билобе. «Это просто классно!» – думала Элис. «Иметь пару – это классно!» Лекция закончилась, и они пошли по тропинке, устеленной опавшими листьями. Джим взял Элис за руку, и ее сердце согрел прилив чистой радости. Она знала, что в этот момент для нее, вероятно, не имело бы значения, даже если бы рука эта принадлежала Теду Банди. Теодор Роберт Банди, американский серийный убийца, насильник, похититель людей и некрофил, действовавший в 1970-е годы. Держаться за руки было обалденно приятно. Когда кто-то держит тебя за руку, это значит, что ты принадлежишь этому человеку. Не каким-то там окончательным и бесповоротным образом, а просто в данный конкретный момент времени. Они продолжали идти по дорожке, и Джим сказал: «На следующие выходные нам нужно поехать на сбор яблок». «Классно», — сказала Элис, чувствуя себя счастливой. Они подошли к пруду в японском саду. Воздух был прохладным, но не ледяным. Все вокруг еще согревалось лучами солнца. Стоял идеальный осенний день. Элис и Джим сели в небольшой багде с видом на пруд. Как человек, считавший, что знает о свиданиях все,
что вообще можно знать об этом предмете. Элис была просто шокирована, открыв для себя, как замечательно можно проводить время с человеком, по которому не сходишь с ума. Она решила еще раз разобраться в том, почему она до сих пор не влюбилась в Джима. Он был привлекательный. Манеры у него были безупречные, а это, как Элис выяснила с котами, было для нее очень важно. Он был забавным, а иногда даже немного глуповатым, и это ей тоже очень нравилось. И Элис положительно нравилась, как Джим смеется. К тому же он и сам считал ее веселой. Он пододвинулся к Элис немного ближе. Она положила голову ему на грудь. На прошлой неделе у них состоялся первый сексуальный опыт, и Элис с облегчением отметила, что ей вроде бы понравилось. А если бы не понравилось, это стало бы решающим препятствием для дальнейших отношений. Однако секс был неплохим, даже хорошим. Было некоторое беспокойство насчет того, что он не был достаточно горячим, но с другой стороны, существует еще одна большая сфера в человеческом опыте, зарезервирована исключительно для устойчивых супружеских пар. Секс регулярный, опыт последовательных интимных контактов с другим человеком, чтобы не переживать, когда же сойдутся факторы взаимного влечения, безопасности и сопутствующих обстоятельств, чтобы он не оказался придурком, и чтобы не был бывшим парнем какой-нибудь из подруг, которая по-прежнему к нему неравнодушна. Так что если что-то пойдет не так, это вообще превратится в трагедию. И тогда, в принципе, и затевать не стоит. И тому подобное, которое позволит вам заняться любовью. Нет ничего хуже, чем просматривать свой дневник и осознавать, что секса у тебя не было уже больше 6 месяцев, которые пролетели словно один день. И тогда возникает тревога, что следующие 6 месяцев также могут пролететь в мгновение ока, а твоя обнаженная плоть так и не прижмется к чьей-нибудь еще. Благодаря Джиму вопрос о такой тревоге сейчас не стоял. И хотя секс был без лихорадочного срывания лифчика и без яростных чувственных стонов, это все равно было хорошо, урезонивала себя Элис, потому что происходило регулярно. И это было более чем достаточной компенсацией того, что их близости, возможно, не хватало огня. Элис заметила 2 крошечных черепашек, плавающих в пруду. Были не такими, как те, которых обычно держат в коробке с пластмассовой пальмой и кормят мясом из гамбургеров. Эти были побольше, и они бойко плавали в маленьком пруду, который должен был казаться им безбрежным. Элис продолжала думать о Джиме, о том, как ей сейчас хорошо, и молила Бога о том, чтобы быть способной полюбить его. Но Элис также знала достаточно, чтобы понимать, нужно сделать перерыв. Она не станет убиваться только потому, что не может полюбить каждого хорошего парня, который ей встретится. Если Джиму и не суждено стать главной любовью всей ее жизни, это не значит, что Элис боялась обязательств, или что ей нравятся только мужчины, эмоционально недоступные, или какие-нибудь ничтожества, за связь с которыми будешь потом себя корить. Если Джим не станет ее единственным, это не его вина, просто такова жизнь. Но сидя в пагоде и размышляя о том, как замечательно все шло эти 2 недели, Элис отчаянно надеялась на то, что с ним это может продолжаться еще очень-очень долго. Она повернулась к Джиму, который смотрел куда-то вдаль. Все утро он вел себя немного странно, в его обычно очень спокойной манере поведения. Сегодня чувствовалась какая-то нервная пульсация. Джим раскачивал правой ногой, отчего лавочка тихонько вибрировала. Элис положила руку на колено его беспокойной ноги и спросила, что случилось. «Я просто немного нервничаю, вот и все». «Почему?» – спросила Элис. «Потому что мне необходимо с тобой поговорить». Сердце Элис учащенно забилось. Мужчины не часто делают такие заявления. Разве что это какие-то плохие новости или... «Я просто хочу, чтобы ты знала, так хорошо, как с тобой, мне еще никогда в жизни не было ни с одним человеком». Сердце Элис забилось еще чаще. Дыхание тоже стало неровным, как бывает с каждым на этой планете, если другой человек собирается преодолеть смущение и поведать о большом чувстве, которое он в себе испытывает. «И я просто хочу, чтобы ты знала, ты для меня единственная. Какого бы развития наших отношений, быстрого или медленного, ты не захотела,
Меня все устраивает. Если ты захочешь, чтобы мы поженились на следующей неделе, я с радостью сделаю это. А если пожелаю, чтобы все шло очень-очень неторопливо, я на это тоже соглашусь. Без особой радости, но соглашусь. Элис посмотрела Джиму прямо в глаза. Трудно было вообразить себе кого-то более уязвимого, чем он в тот момент. Она снова бросила взгляд на пруд и увидела, что черепахи выбрались на камень и загорают на солнышке. Элис решила позволить себе отдаться чувствам. Мне с тобой тоже удивительно хорошо. Я понимаю, что мы пока не очень хорошо знаем друг друга, но я бы тоже хотела попробовать. Джим, который последние 3,5 минуты сидел, затаив дыхание, облегченно вздохнул и улыбнулся. Замечательно. Это просто замечательно. Я не знаю, что ответить тебе прямо сейчас. Это ничего? Да, конечно, это нормально, все здорово. Я рад уже тому, что ты не врезала мне кулаком по физиономии и не затолкала пинками в пруд. Но с чего бы мне это так себя вести? Мягко сказала Элис. Они поцеловались. Она была счастлива, удовлетворена и чувствовала себя в безопасности. Потому что иногда после долгого-долгого плавания по длинному черному озеру так приятно бывает выбраться на камни и погреться на солнышке. Тем временем в Риме до отлета оставалось 10 минут, и я, немного нервничая, делала частые глубокие вдохи. Ну ладно, чего скромничать, на самом деле нервничала я очень сильно. Странное ощущение, когда узнаешь о себе нечто новое и ненормальное. Говорят, что с возрастом люди больше боятся, более подвержены разным фобиям, но когда неожиданно осознаешь, что должен добавить новый пункт в список своих ненормальностей, это по-прежнему вызывает шум. Когда я поднималась на борт самолета, я абсолютно ни о чем не переживала. Но сейчас, сидя в кресле и чувствуя, как пролетают минуты, я почему-то все больше и больше нервничаю. Каким образом самолеты вообще держатся в воздухе? Что мешает им рухнуть на землю? Какой, наверное, ужас находиться в сознании в те последние минуты, когда самолет отвесно падает вниз. О чем бы я думала в такой момент? По мере того, как физика воздушных путешествий становилась для меня все более непостижимым явлением, и росло мое убеждение, что живой мне до Рима никогда не добраться, у меня начался, как я теперь понимаю, приступ паники. Меня прошиб пот, дыхание стало тяжелым и натужным. И я понятия не имела, с чего бы это. Мое путешествие из Нью-Йорка в Париж прошло совершенно без проблем. Возможно, психотерапевт сказал бы, что я нервничаю, потому что лечу одна в незнакомый город, где я никого не знаю, и меня никто не ждет, потому что я планирую проводить время свои исследования, но на самом деле даже не представляю, с чего начать. Возможно, до меня наконец дошло, что я бросила свою работу и дом, не имея никакого плана в голове. Каковы бы ни были причины, я поняла, к кому мне обратиться в такой момент, как не к своему личному гуру. К счастью, она сразу взяла трубку. «Окей, Джулия. Итак, закрой глаза и начинай дышать диафрагмой», — сказала сирена успокаивающим голосом с вами. «Представь себе, что из твоего пупка прямо перед тобой в самолет вырывается луч белого света. Я сидела и представляла. Это белый свет покоя, безопасности и защиты. И сейчас он заполняет собой самолет, потом все небо, а затем весь мир. И ты находишься в полной безопасности. Мое дыхание начало успокаиваться. Сердцебиение замедлилось. Это работало. Я открыла глаза. Прямо передо мной стоял Томас. «Эй, привет, мисс провинциалка. Похоже, мое место как раз рядом с вашим». Все мое тело содрогнулось от удивления, и кропотливый труд моей подруги мгновенно пошел прахом. «Сирена, я тебе перезвоню». «Окей, но я хотела тебе еще кое-что сказать. Ты должна поехать в Индию. Я имею в виду их духовность, их культура. Все говорят, что поездка в Индию – это по-настоящему мощный жизненный опыт». «Окей, я над этим подумаю, спасибо». «Нет, правда, говорят, что это меняет всю жизнь». «Окей, поговорим об этом позже. Пока. И спасибо тебе». Я сбросила вызов и оглянулась на Томаса, который излучал особо свой собственный луч белого света. «Что вы здесь делаете?» Я решил поехать с вами. Подумал, что мог бы заняться время своим бизнесом. Он сделал неопределенный жест, чтобы я пропустила его на место.
Я встала и вышла в проход между креслами. «Я, конечно, не часто летаю эконом-классом», — сказал Томас, когда пришел к своему месту, и мы уселись. Но на этот раз решил сделать исключение. Пристегнув ремень безопасности и оглядевшись по сторонам, он добавил: «Господи, туристический вариант, настоящая трагедия». Томас заметил, что происшедшее все еще не укладывается у меня в голове. «Ваш маршрут я узнал от Стива, плюс у меня есть кое-какие связи в Италии». Он улыбнулся и сжал мое запястье. Я покраснела, вынула из сумочки мятную жвачку и сунула ее в рот. По громкой связи начали объявлять, что наш самолет взлетает, и я попыталась скрыть свою потливость и одышку. Было бы крайне унизительно поддаться первой жизни панической атаки на глазах у Томаса. Что он подумает? Сначала была чудачка из Нью-Йорка, а теперь еще и ненормальная из Нью-Йорка. То обстоятельство, что у меня самой открылись глаза на то, что я есть на самом деле, еще не означало, что он тоже должен узнать об этом немедленно. Пока Томас устраивался, пытаясь поудобнее примостить свои колени, а стюардессы ходили по проходу, проверяя пристегнутые ремни, у меня вырвался тихий крик. Томас тревоженно оглянулся на меня. «Простите, я просто... Со мной что-то происходит. Мне кажется, что я умираю или тону. В общем, что-то такое. Простите», — прошептала я. Томас наклонился ко мне поближе. «А раньше с вами такое бывало?» Я отрицательно замотала головой. «У вас сейчас что-то вроде приступа паники, да?» Я кивнула. «Да, думаю, да». Я попыталась вцепиться в подлокотники по обе стороны от меня, но случайно при этом схватила Томаса за руку. Я наклонилась вперед и принялась судорожно хватать воздух ртом. «Простите, у вас все в порядке?» – спросила стюардесса у Томаса. «Да, конечно, у нее просто живот разболелся. С ней все будет хорошо». Когда стюардесса отошла, Томас полез в свою сумку. «Джулия, вы должны принять вот это прямо сейчас. Прошу вас, это поможет вам успокоиться». Я резко откинулась на спинку кресла и выдохнула. «Не могу поверить, что оказалась перед вами в таком виде. Это ужасно унизительно. Будем переживать об этом чуть позже, а пока что просто возьмите эту таблетку и быстро проглотите ее, пожалуйста». «Что это?» «Лексамил, французский валиум. Мы едим его, как конфеты». Я проглотила крошечную белую таблетку, не запив ее водой. «Большое спасибо», – произнесла я и сделала еще один судорожный вдох. Я уже начала чувствовать себя спокойнее. «Вероятно, скоро вы уснете». Томас накрыл мою ладонь своей. «Какая жалость, что у нас не будет возможности поговорить», – сказал он и сверкнул своими синими глазами. «Когда сидишь в самолете, в салоне эконом-класса, спинки кресел перед тобой действительно находятся очень близко. И даже возникает ощущение, будто нужно прилагать определенные усилия, чтобы не стукнуться о них губами. Вскоре я задремала. Проснулась я от того, что Томас довольно сильно стучал по тыльной стороне моей ладони и приговаривал со своим очаровательным французским акцентом. «Джулия, Джулия, пора просыпаться, прошу вас». Для того, чтобы открыть глаза, мне пришлось задействовать все имеющиеся у меня силы без остатка, как будто я выполняла становую тягу 200-килограммовой штанги. Словно сквозь туман я увидела стоящего в проходе великолепного Томаса, который выглядел невозмутим и слегка удивленным, и вьющуюся вокруг него стюардессу. «Сигноре! Сеньор! Нужно покинуть самолет, вы должны забрать ее. Только теперь я заметила, что мы находимся на земле, а салон уже абсолютно пуст». Я громко застонала и понесла руки к глазам, чтобы как-то спрятаться от этого унижения. «Почему бы им просто не оставить меня здесь?» Томас осторожно поднял меня с кресла. Шатнувшись, я поймала равновесие, схватила сумочку и попыталась максимально быстро взять себя в руки. Когда мы шли мимо бесконечных рядов сидений, я спросила у Томаса: «Просто скажите мне, у меня что, текли слюни?» Он рассмеялся и ответил: «Джулия, вам об этом знать не обязательно», и слегка подправил мою траекторию при выходе из самолета. Во второй половине этого же дня я проснулась в номере какого-то вроде бы отеля. Я немного потеряла ориентацию во времени, поэтому встала и выглянула в окно, за которым находилась площадь с громадным круглым зданием с одной стороны пантеоном,
Когда я сюда попала, я не помнила. Потом Томас рассказывал мне, что когда я проходила таможню, меня по ошибке приняли за наркоманку, и поэтому тщательно проверили весь мой багаж, и что в такси я совсем отключилась и ехала, положив голову ему на колени. Лексамил, это вам не шуточки. На письме на столе я обнаружила записку. Я рядом в кафе с моим другом Лоренцо. Приходите, пожалуйста, когда проснетесь. Целую, Томас. Шатающейся походкой я добрела до ванны, залезла под душ, привела себя немного в порядок и отправилась искать Томаса. Рядом с отелем, прямо на площади, находилось крошечное кафе. Томас сидел там с мужчиной немного за 30, который о чем-то оживленно говорил и при этом бешено жестикулировал. Увидев меня, Томас встал. Его друг тоже поднялся из-за столика. «Как вы себя чувствуете, спящая красавица?» – спросил Томас. «Неплохо, слегка покачивает. Я немедленно возьму вам капучино». Томас помахал рукой официанта, и мы все сели. «Это мой друг Лоренцо. В данный момент у него разбито сердце, и он рассказывает мне об этом». Лоренцо был красивым итальянцем с большими усталыми глазами и длинными темными волосами, которые он периодически закидывал руками назад, когда восклицал что-то, а восклицал он постоянно. «Все просто ужасно, Джулия, ужасно, сердце мое разбито, вы не понимаете, раздавлено, я весь раздавлен». Он откинул волосы. «Мне жить не хочется, правда. Хочется спрыгнуть с крыши. Она только что бросила меня. Сказала, что больше меня не любит. Такие вот дела. Скажите мне, Джулия, вы же женщина. Скажите мне, как это возможно? Как женщина в одно мгновение может любить вас, а уже в следующее уничтожить? Какие чувства ко мне смогли остыться одну ночь? К счастью, в это время прибыл мой капучино, так что я смогла вспрыснуть в свою систему немного кофеина. Не знаю. А что, это действительно произошло неожиданно? Ну да, 3 ночи назад мы занимались с ней любовью. Она говорила, что любит меня, что хочет провести со мной остаток жизни, что нам нужно завести деток. И вот вчера она звонит мне и сообщает, что больше не желает быть со мной. Сколько времени вы были вместе? Спросила я. Год. Один великолепный год. Мы оба согласились, что до этого у нас ни с кем не было таких хороших отношений. Как это возможно, Джулия? Объясните мне. Всего 3 ночи назад она говорила, что любит меня. Всего 3 ночи назад. Я не могу спать. Я не могу есть. Это ужасно. Я вопросительно взглянула на Томаса. Во что это я вляпалась? Словно прочитав мои мысли, он рассмеялся и сказал: «Лоренцо актер. Он слишком драматизирует». «Мано, ну нет, итальянская. Томас, прекрати, — обиженно сказал Лоренцо. — Это вовсе не преувеличение, это реально трагедия. А ваша подруга тоже актриса? Нет, она танцовщица. Вы знали, какое у нее тело? Такого тела вы в жизни не видели. Идеальная грудь, просто идеально. И длинные ноги, словно с картинки. Скажите мне, Джулия, скажите, как такое могло произойти?» Томас заметил оцепенелое выражение на моем лице и решил подтолкнуть меня. «Прошу вас, Джулия, вы должны помочь Лоренцо». Я немного притормаживала после успокоительного, но старалась соображать как можно быстрее. «Как думаете, могла она встретить кого-то еще?» «Исключено. Мы виделись с ней постоянно. Вы уверены? Потому что это мог быть кто-то из...» «Нет, невозможно. Я знаю всех ее друзей. И ее партнеров по танцам тоже. Нет. А как у нее с психикой?» «Нет, с этим все нормально. Она вполне вменяема». «Тогда, может быть, медленно произнесла я, она не любила вас по-настоящему?» Лоренцо в сердцах хлопнул руками по столу. «Мано, как такое могло случиться?» «Как? Он на самом деле ждал от меня каких-то объяснений. Ну, если она больше ни с кем не встречается, не психопатка и не изменила свое мнение насчет вас, тогда, возможно, она вас по-настоящему не любила. А, возможно, она просто не знает, что такое настоящая любовь». Но способ американского анализа с Лоренцо не работал. Он пожал плечами на это и сказал: «Или же она разлюбила меня». «Вы думаете, что любовь настолько мимолетна, что может улетучиться просто так, таким вот образом?» «Конечно, Джулия, именно так я и думаю. Любовь находит нас, это происходит как волшебство, как чудо, а потом так же быстро может исчезнуть. Вы вправду думаете о любви как о таинственном чувстве, которое приходит и уходит словно по волшебству?» «Да, конечно, разумеется.
«Думаю, вы назовете моего друга романтиком», – мягко сказал Томас. Лоренцо вскинул руки. «А как тогда жить? Разве вы, Джули, не верите в это так же, как я?» «Ну нет, думаю, что я в это не верю», – ответила я. «Тогда объясните мне, во что же вы верите?» Томас подался вперед. «А вот теперь становится интересно». И снова этот вопрос. Я тянула время, прихлебывая кофе, и немало времени провела со своим психоаналитиком, пытаясь выяснить, почему меня тянет к людям, которым меня тянет. Какие такие кнопочки во мне они задействуют, что заставляют меня хотеть, чтобы они присутствовали в моей жизни? Еще я немало времени посвятила тому, чтобы понять, почему моих подруг притягивает именно к тому типу мужчин, к которому они тянутся. Я была свидетелем того, как они клялись, что наконец-то встретили родную душу, свою вторую половинку, что ничего похожего они в жизни не испытывали, и что это судьба. А затем молниеносно расставались с этой своей второй половинкой на то, чтобы дождаться доставки купленного дивана. И то уходит больше времени. На моих глазах подруги, умные, уравновешенные подруги, выходили замуж, а затем я с изумлением наблюдала, как их брак разваливался. И при этом я знала также и совершенно нелепые пары, которые оставались вместе десятилетиями. Я была так занята поиском любви и переживаниями по поводу безрезультативности этих поисков, что никогда толком не задумывалась над ее определением. И вот теперь на закате солнца я сидела в маленьком кафе и ломала голову над этим вопросом. «Думаю, я не верю в романтическую любовь», – наконец сказала я. Томас удивленно поднял брови, а у Лоренцо был такой вид, будто он встретился с привидением. «Тогда во что же вы верите?» – спросил Томас. «Ну, я верю во влечение. Еще я верю в страсть и ощущение влюбленности. Но мне кажется, что они не обязательно реальны». Томас и Лоренцо, похоже, были в шоке. «Почему?» «Потому что иногда это длится недолго?» – спросил Томас. «Потому что это длится недолго в большинстве случаев. Потому что большую часть времени ты в основном проецируешь на другого человека то, каким ты хочешь его видеть, каким хочешь казаться сам, воображаешь массу разных вещей, которые не имеют с этим человеком ничего общего». «Ничего не понимаю», – сказал Томас. «Похоже, мы имеем дело с невероятным циником». «Это просто катастрофа!» – честно воскликнул Лоренцо, вновь скинув руки. «А я думал, что это я голову потерял». Я рассмеялась. «Знаю, я сама до этого момента была не в курсе того, какой я циник». «Но, Джулия», – озабоченно произнес Томас, – «каким образом любовь сможет нас найти, если вы в нее не верите?» Я смотрела, как мужчины с тревогой пристально глядят на меня, а затем вдруг разрыдалась. Забавно это получается. В какой-то момент ты сильная, независимая женщина, рассуждающая о любви, отношениях, а уже в следующий кто-то произносит определенный набор слов, который полностью выводит тебя из строя. «Нет, Джулия, мы не хотели. Нет». Томас был в ужасе. «Прошу вас, мы ничего не имели в виду». Я закрыла лицо рукой. «Нет, я знаю, не переживайте. Я не понимаю, с чего это. Просто я слишком... Пожалуйста, не волнуйтесь». Правда, но пока я это произносила, по моим щекам катились слезы. И снова этот пресловутый вопрос, который выскакивает из любого подтекста, когда ты меньше всего этого ждешь. Почему ты одинока? Почему у тебя нет любви? И вот теперь в Риме нашелся ответ. Потому что ты в нее не веришь. «Я пойду к себе в номер», – сказала я, и уже начала подниматься. Томас схватил меня за руку, а Лоренцо произнес: «Мано, Джулия, прекратите, вы не можете сбежать в свой маленький номер, чтобы там плакать, это недопустимо». Томас кивнул и мягко добавил: «Как мы сможем стать друзьями, если вы будете убегать и прятаться всякий раз, когда испытаете сильную эмоцию?» Я снова села. «Простите, должно быть, это... Лексамил так на меня подействовал, или еще что-то». Томас улыбнулся. «Да, я уверен, так и есть. Вы просто расслабились, и исчезла ваша защита». Я смущенно повернулась к Лоренцо. «Простите, мне очень жаль. Обычно со мной такого не бывает». Он смотрел на меня с восхищением. «У женщины они фантастические. Посмотрите на себя. Вы испытываете чувства, вы плачете. Какая изменчивость. Себелла, Себелла, какая красивая». Итальянская. Он замахал итальянский.
Он замахал руками и засмеялся. Я прыснула от смеха. Томас тоже выглядел счастливым. Сколько счастливым может выглядеть мужчина? После того, как мы поужинали в ресторане, где я попробовала лучшую пасту карбонара, какую когда-либо ела, с большими лентами бекона, не кусками, не ломтиками, а именно лентами. Никогда бы не подумала, что это работает, но ведь работает. Пришло время идти спать. Лоренцо отправился домой, а мы с Томасом пошли пешком в отель, минуя по пути одну прекрасную пьяцу за другой. Фонтан Треви, знаменитую лестницу на площади с баней. Рим такой старый, такой красивый, что трудно осмотреть его весь. Когда мы добрались до нашей гостиницы, Томас подошел к мотоциклу с двумя пристегнутыми к нему шлемами. Вынул из кармана ключ, он отстегнул шлемы и протянул один из них мне. «А теперь, — торжественно сказал Томас, — мы должны увидеть ремесла мотоцикла. Где вы это взяли? Мотоцикл не мой, а Лоренцо. У него их несколько. Он одолжил его мне, пока вы спали. Не люблю мотоциклы и никогда не любила. Потому что, как хотите, но они очень опасны и на них холодно, а я не люблю мерзнуть. Но мысль о том, чтобы объяснить все это Томасу и вновь показаться ему предсказуемой, неромантичной, паникующей американкой. В общем, эта мысль выживала из меня всю душу. Так что я просто взяла шлем и залезла на мотоцикл. Что я могу сказать, когда находишься в Риме? Мы ехали быстро мимо каких-то древнеримских руин, мимо форума. Потом покрутились по узеньким переулкам. И, промчавшись по оживленной главной улице, выскочили на дорогу, которая вела прямо к площади перед собором Святого Петра. Я сидела на заднем сиденье этого опасного транспортного средства, которое ехало очень стремительно, и водитель которого, будем называть вещи своими именами, выпил за ужином несколько бокалов вина. Я мерзла, была напугана, чувствовала себя очень уязвимой. Мое воображение рисовало мне картину аварии. На повороте Томас теряет управление, и наши тела скользят по асфальту прямо под колеса машин. Я представила, как какой-то чиновник звонит моей маме, рассказывает ей о случившемся. И ей или моему брату после этого приходится разбираться со всеми ужасами и сложностями, связанными с отправкой моего тела на родину. Между тем мы уже летели обратно и по дороге к отелю несколько раз объехали вокруг Колизея. Меня вдруг осенило. Ни одно из этих сооружений не окружено заборами, оградами или листами стекла. Они стояли незащищенные, ожидая случая вскружить нам голову и мерять со своей уязвимостью перед лицом какого-нибудь любителя граффити или вандала или террориста, если им взбредет голову туда попасть. И я подумала, что ж, если мне суждено уйти из жизни вот таким вот образом, это все-таки чертовски хороший вариант. Затем еще немного крепче обняла Томаса за талию и попыталась впитать волшебное великолепие Рима. Все, до последней капли. Когда мы подъехали к отелю, Томас снял свой шлем и помог мне снять мой. Поверьте, нет ничего менее сексуального, чем напяленный на голову мотоциклетный шлем. Мы проследовали через фойе и зашли в лифт. Внезапно я резко вернулась в мир динамики, морали, инсинуации и непонимание того, где эта ночь будет спать Томас. Словно подслушав мои мысли, он сказал: «Мой номер находится на третьем этаже, а ваш, по-моему, на втором, да?» Я кивнула. Я умудрилась каким-то образом запомнить номер своей комнаты и не потерять магнитную карту-ключ. Томас нажал кнопки второго и третьего этажей, и двери лифта закрылись. Когда они открылись вновь, Томас деликатно поцеловал меня в обе щеки и сказал: «Спокойной ночи, моя дорогая Джулия, приятных сновидений». Я вышла из лифта и по коридору направилась к своему номеру. Тем временем в Штаты. Тоже прекрасно понимала, что ей следует дело. Дейл должен был появиться через несколько минут, и ей было известно самое главное правило, которое знают все, независимо от того, насколько они далеки от романтики в отношениях. Когда встречаешься со своим бывшим, ты всегда должна выглядеть как можно лучше. Однако в это утро Джорджа сказала себе: «Да пошло оно все!» Она не собиралась специально ради Дейла принимать ванну, а потом сушить волосы феном. Пошел он нафиг. Она не будет пытаться снова его очаровать. Пошел он нафиг. Пусть катится ко всем чертям и живет со своей малолеткой, которая танцует самбу.
Джорджи и Дейл должны были встретиться, чтобы обсудить, как они будут осуществлять опекунство над детьми. Никаких адвокатов, никаких ссор, просто двое взрослых людей, у которых нет других планов, кроме заботы о благополучии своих детей. Когда Джорджи открыла дверь, оказалось, что Дейл выглядит, блин, к несчастью, классно, но все равно пошел он. Первое, что он сделал, войдя в комнату, это поднял глаза и увидел, что маленькое окошко в датчике дыма открыто, и в нем села батарейка. Господи, Джорджи, ты так и не купила батарейку для детектора дыма? Черт, нет, все, никак не соберусь. Тебе не кажется, что это вроде бы важно? Да, кажется, но я, понимаешь ли, была вроде бы занята. Дейл покачал головой. Ты не считаешь, что это должно быть в первых строках списка твоих приоритетов? Батарейка для датчика дыма и угарного газа в доме, где живут наши дети. Мама Джорджи понимала, что это может прямо сейчас перерасти в очередную ссору, и что продвинутые высокообразованные нью-йоркцы в принципе не должны ругаться со своими бывшими по всяким дурацким мелочам, но ей было плевать. Если желаешь, можешь прямо сейчас отправиться в магазин хозтоваров и купить там батарейку для датчика дыма и угарного газа в доме, где живут наши дети. Хочешь это сделать? Не вопрос. Милости просим. Я сделаю это, но после того, как мы с тобой поговорим. Окей? Окей. Спасибо тебе огромное. Они оба перевели дыхание, потом прошли на кухню и сели за стол. Вступило долгое молчание. Хочешь чего-нибудь? Кофе? Минералки? Я бы выпил стакан воды, сказал Дэйл, вставая со стула. Но Джорджи уже была у холодильника. Теперь это был ее дом. И Дэйл мог бы сообразить, что нечего ему вскакивать с места, чтобы налить себе стакан воды. Когда он сел обратно, она налила ему воды из кувшина с фильтром Брита, после чего подошла и отдала ему стакан в руки. Дейл сделал глоток. Джорджи села напротив него и положила руки перед собой на стол. Ей казалось, что если сложенные руки будут лежать перед ней, ситуация не сможет выйти из-под контроля. По состоянию на сегодняшний день полную опеку над детьми осуществляла Джорджи, а Дейл увиделся с ними, когда они оба на это соглашались и когда Джорджи было необходимо сделать перерыв. Но бывшие супруги понимали, что пришла пора ввести кое-какие правила. Я тут подумал, что ты могла бы находиться с детьми по будним дням, а я забирал бы их на выходные. Сарказм Джорджи прорвался наружу еще до того, как она успела что-либо сообразить. Звучит грандиозно. Я всю неделю буду водить их в школу, помогать им с домашними заданиями, кормить их, укладывать спать. А ты будешь с ними гулять и развлекаться, так? Джорджи и сама толком не понимала, за что, собственно, борется. На самом деле, такое предложение звучало совсем неплохо. Пусть Дейл берет детей на уикенд, чтобы она могла выйти из дома и развлечься. Дейлу не нужны были выходные, чтобы искать себе развлечения, потому что он всю неделю, каждую ночь развлекался горячим сексом в ритме самбо со своей пылкой танцовщицей. Но Джорджи чувствовала, что пока не готова с ним ни в чем соглашаться. Она чувствовала, что раздражена и что ей вроде бы хочется кое-что окончательно уточнить. Она не имеет права общаться с моими детьми. И ты это понимаешь, верно? Джорджи, нет, серьезно, если я узнаю, что она общалась с моими детьми, я тебе такое устрою, что мало не покажется. Мы поговорим об этом позже, сказал Дейл, опуская голову и стараясь, чтобы его голос звучал нейтрально. Руки Джорджи уже не лежали сложенными на столе. Они летали по сторонам, помогли ей расставлять акценты. Что ты подразумеваешь под этим своим «поговорим об этом позже»? Как будто я должна передумать. Как будто по прошествии 2 недель я ни с того ни с сего должна заявить что-то вроде «Эй, не мог бы ты привести к нашим детям эту свою бразильскую шлюху, чтобы они наконец посмотрели, как кто поломал семейную жизнь их мамы и папы». Джорджи, она не ломала нашу семейную жизнь. Джорджи вскочила. Время любезных обсуждений за кухонным столом миновало. Ага, значит, ты готов был уйти от меня, не обеспечив себе заранее запасной аэродром? Ну, конечно, ты смылся в ту же минуту, как только узнал, что тебе есть к кому идти. Дейл не медлил с ответом. Возможно, это правда, но это не значит, что наш с тобой брак не дал трещину задолго до этого. Теперь Джорджи решительно ходила по кухне, и голос ее повысился на пару децибел. Правда? Окей. И как давно это произошло?
А за сколько времени до того, как ты встретил эту танцовщицу самбо, закончилась наша с тобой семейная жизнь? За пару месяцев, за год, за 2 года? Дожи остановилась прямо перед Дейлом, который продолжал сидеть на месте. Скажи, когда? Кто-то однажды сказал, если вам все равно суждено пройти через ад, шагайте прямо и не останавливайтесь. И Дейл решил поступить именно так. 5 лет назад. На меня все стало плохо еще 5 лет назад. Джорджа выглядела так, будто ее только что ударило током. Ты имеешь в виду сразу после рождения Бет? Еще тогда? Да, если хочешь знать, еще тогда. Джорджа вновь нервно заходила по комнате. Теперь это был уже раненый зверь, непредсказуемый и с безумным взглядом. Ты хочешь сказать, что последние 5 лет, которые мы прожили с тобой вместе, ты меня уже не любил? Да. Джорджа издала тихий вопль, не успев его придушить. Она тут же постаралась проглотить его, чтобы Дейл мог принять это просто за шумный вздох. На дрожащих ногах Джорджа подошла к кухонной стойке. Но как сильный и дикий зверь, быстро взяла себя в руки и немедленно перешла в атаку. Все это бред собачий. Ты говоришь так просто для того, чтобы лучше себя чувствовать, чтобы не смотреть правде в глаза. А правда заключается в том, что тебе повезло найти кого-то, кто захотел с тобой трахаться. И ради этого ты бросил и семью, и детей. Ты хочешь убедить меня, что уже 5 лет, как ты меня не любишь, а я говорю бред. Хочешь сказать, что не любил меня, когда Гаррет впервые проехал на своем велосипеде без страховочных боковых колесиков, и ты подхватил меня на руки, закружил и поцеловал? Ты не любил меня, когда получил повышение, а мы с детьми подписали открытки со словами «Поздравляем, папочка!» и расклеили их по всему дому, а потом еще устроили грандиозный обед, когда ты вернулся домой. Да, я любил тебя, но нет, я уже не был в тебя влюблен. У нас не было секса, Джорджия, вообще. Наш брак был лишен страсти, он был мертвым. Джорджия схватилась за волосы и попыталась как-то взять себя в руки. С момента их разрыва уже были слезы, были крики, но никогда не было разговора с глазу на глаз. Сейчас, очевидно, наступил именно такой случай. Так вот, оказывается, в чем дело. В горячем потном сексе. Так это не брак, Дейл. Это любовная интрижка. Брак – это когда 2 человека строят совместную жизнь, вместе воспитывают детей и иногда устают друг от друга. А еще иногда занимаются сексом, Джорджи. А у нас с тобой не было секса. Так почему ты не поговорил об этом со мной? – взвилась Джорджи. Почему не сказал, что ты хочешь больше секса? Почему мы не обратили к сексопатологу и не уехали куда-нибудь? Ну и Кент специально, чтобы потрахаться. Я-то думала, что все хорошо. Дейл встал из-за стола. Как ты могла думать, что все хорошо? У нас не было секса, еще слишком молод, чтобы обходиться без секса. Я все еще хочу, чтобы в моей жизни присутствовал огонь, страсть и любовное возбуждение. Хорошо, тогда пусть у нас будет секс. Если все дело только в этом, тогда давай займемся этим прямо сейчас. Джорджи с немытыми волосами в спортивных брюках стояла перед ним с распростертыми руками. Дейл начал пятиться, мотая головой. Джорджи, прекрати. А что? Ты не думаешь, что сейчас это у нас как раз получится с жаром и потом? Не думаю, что сможешь найти во мне и огонь, и страсть. В паузах между приступами ярости она судорожно всхлипывала. Тебе хочется не просто секса. Дейл, тебе хочется нового секса. Если бы ты хотел секса со мной, ты бы попытался добиться близости со мной. Но все, что тебе нужно, это новый, горячий и потный секс. Произнося это, Джорджи толкала бывшего мужа руками, попадая ему то в плечи, то в грудь. Дейл надел пиджак. Так мы ни к чему не придем. Мы собирались поговорить о детях. Да, проследовав за ним, Джорджия подошла и остановилась вплотную к нему. О детях, которых ты бросил, потому что тебе необходим горячий, потный секс. Дейл резко развернулся и схватил ее за плечи. Не хотел тебе этого говорить, но я люблю Милия. Джорджия, и тебе придется свыкнуться с мыслью, что она останется в моей жизни на долгие-долгие годы. Затем Дейл взял Джорджию за плечи и убрался со своего пути, после чего практически бегом кинулся к двери, фактически признав ее официально неуравновешенной сумасбродкой. «Чтобы ноги ее не было рядом с моими детьми, ты меня слышишь?» Джорджия выскочила за ним в коридор. Дейл ринулся вниз по лестнице, явно не собираясь дожидаться лифта. Она устремилась за ним по ступеням, пронзительно крича вслед. «Что такое? Разве ты не вернешься с батарейками для этого долбанного датчика дыма, из-за которого ты так переживаешь?»
Дейл остановился уже внизу лестницы и поднял глаза на Джорджу, которая сверлила его взглядом с высоты 3 этажей. «Сама купишь, Джорджа!» — огрызнулся он и с размаху хлопнул дверью. Тем временем время, отправляясь на деловые встречи, Томас также предусмотрительно организовал для меня кое-какие свидания с его подругами, чтобы я могла поговорить с ними о любви, мужчинах и об отношениях. В конце концов, я ведь приехала сюда проводить исследования. Я сразу же узнала кое-что очень важное относительно итальянок. Во-первых, никто из них не спал с Томасом. Возможно, это было не самое монументальное открытие в области культуры и антропологии, однако для меня это было весьма интересно. Прямо об этом я никогда не спрашивала. Все, что нужно в таких случаях, это задать женщине вопрос. Что она думает о том или ином человеке? И уже по выражению ее лица обычно сразу становится понятно, что и как. Во-вторых, я выяснила, что они немного застенчивы. Что было удивительно, на родине Софи Лорен и, честно говоря, на ум что-то не приходят имена молодых итальянских актрис, которые, если вдуматься, могли бы подтвердить этот мой аргумент. Я была удивлена тем, насколько итальянки были сдержаны, когда говорили о своих чувствах. Конечно, это могло касаться только тех женщин, с которыми встречалась я, но все равно это бросалось в глаза. Однако уже очень скоро я начала замечать еще одну тенденцию. В своих рассказах об отношениях с мужчинами итальянки частенько упоминали пощечины. Например, «О, я так разозлилась, что пришлось дать ему пощечину», или «Я дала ему пощечину и выскочила за дверь, я была так зла на него». Похоже, эти робкие женщины были не такими уж сдержанными, если дело доходило до рукоприкладства. Разумеется, я говорю лишь о нескольких итальянках, и обычно я предпочитаю не обобщать. Но с другой стороны, чего будут стоить рассказы о кругосветном путешествии без этих самых обобщений? Я, конечно, не хочу увековечивать стереотип, но обратить на это внимание не помешает. На 3-й день своего пребывания в Риме я познакомилась с Сесилией. Росту в ней было всего 5 футов. Весила она около 40 килограммов и говорила практически шепотом. И этим самым шепотом она мимоходом сообщила, что ее последний бойфренд достал ее на вечеринке так, что она дала ему пощечину и ушла домой. «Ты дала ему по физиономии прямо там, на вечеринке?» «Ну да, я была в бешенстве. Он чуть ли не весь вечер болтал там с одной женщиной. Казалось, что он собирается ее поцеловать, и они стояли очень близко друг к другу. Это было унизительно. По-моему, ты уже 4-я женщина из тех, с кем я говорила, которая рассказывает мне, что дала своему бойфренду пощечину. Тут вмешалась ее подруга Лена. Все это потому, что они нас просто бесят. Они же ничего не слушают». Мы сидели в многолюдном кафе прямо рядом с фонтаном Треви. Я ела круассан с шоколадной начинкой, обсыпанной сахарной пудрой. Сесилия попыталась объяснить. «Джулия, я вовсе этим не горжусь. Я не думаю, что нужно было давать ему пощечину. Но я ужасно расстроилась и просто не знала, что еще мне делать». «Я тебя понимаю, поверь», — сказала я, хотя и лгала. «Потому что на самом деле мне в голову никогда бы не пришлось делать такое. Да все это потому, что у меня учили. Драться нехорошо. Нужно уметь контролировать даже самые горячие порывы. А еще я не могла представить себе такую наглость. В действительности я бы и не хотела этого сделать. Правда». Однажды я сгорела на солнце только из-за того, что постеснялась попросить мужчину смазать мне спину маслом для загара, чтобы не показаться ему слишком настырной. Так что мысль о том, чтобы чувствовать себя комфортно после того, как я дала парню по физиономии, была выше моего понимания. «Мы ничего не можем с этим поделать», — добавила Лена. «Мы так злимся, что нам необходимо дать пощечину». Сесилия вдруг поняла выражение моего лица. «В Соединенных Штатах женщины дают мужчинам пощечины?» Я не хотела показаться заносчивой, но и лгать мне тоже не хотелось. «Ну, я уверена, что некоторые дают, но у нас это, похоже, не так общепринято, как здесь у вас». Тогда Лена спросила: «А ты сама когда-нибудь давала пощечину?» Я покачала головой, теребя в руках свой сахарный круассан, и сказала, что нет. Осмысливая мой ответ, итальянки затихли. Помолчав немного, Сесилия спросила: «Джулия, но тебе наверняка хотелось дать пощечину мужчине, который вывел тебя из терпения, так?» Я внимательно уставилась на свой капучино. «Нет,
Обе мои знакомые смотрели на меня с жалостью, а я взглянула на них с завистью. «Значит, ты никогда не была влюблена», — сказала Лена. «Возможно, ты права». Итальянки посмотрели на меня так, будто я только что раскрыла их. Им самый драматический секрет на свете. Это настоящая трагедия. Ты должна сейчас же отправиться в город и немедленно в кого-нибудь влюбиться, сказала Сесилия вполне серьезно. Да, прямо сегодня вечером, подхватила Лена. Ты уже и так потеряла массу времени. Неужели это так легко? Просто выйти за порог и принять решение влюбиться. Лена с Сесилией переглянулись и пожали плечами. «Время это вполне возможно», — с улыбкой сказала Сесилия. Лена добавила, «По крайней мере, ты должна попробовать быть открытой. Быть открытой для того, чтобы потерять себя в любви. Потерять себя? Я всегда думала, что это плохо». Лена покачала головой. «Нет, в этом вы, американки, ошибаетесь. Вы пытаетесь быть независимой, а вам нужно потерять себя, рискнуть всем, иначе это не настоящая любовь». В конечном итоге оказалось, что у этих застенчивых женщин есть нечто такое, чему они хотели бы меня научить. Чуть позже, отправляясь на встречу с Томасом, чтобы вместе поужинать, я все еще пребывала в замешательстве. Эти женщины такие робкие, вспыльчивые, ревнивые, темпераментные женщины заставили меня почувствовать себя ужасно сухой и эмоционально ограниченной. Когда человек начинает верить в любовь, как ему отключить свои мозги со всем тем, что он видел и слышал за последние 20 лет? Как мне ни с того ни с сего вдруг поверить, что эти сумасшедшие высокие чувства не просто всплеск гормонов и набор иллюзий? Как мне внезапно поверить в романтическую любовь как нечто реальное и конкретное, а также в то, что я тоже имею на нее право? Заходя в небольшой ресторанчик на Пьяцца ди Пьетро, я уже беспокоилась, что начинаю думать штампами из пресловутых книжек из серии «Помоги себе сам». Томас уже сидел в баре с бокалом вина в руке. Последние несколько дней, проведенных с Томасом, были такими простыми и при этом совершенно необычными. Сплошное невинное счастье. Были обеды и ужины, были вечера с друзьями, выпивка. Мы также часто видели с Лоренцо, девушка, которого по-прежнему не отвечала на его телефонные звонки. А сам он утверждал, что от этого уже готов слечь в больницу. Было много прогулок и разговоров, были горячие дебаты и много-много смеха. Были поездки на мотоцикле и бокалы игристого просекко. Глубокая ночь. Забавно, как быстро появляется чувство единства. Всего несколько дней, и ты вместо «я» начинаешь думать «мы». И за все это время Томас ни разу ко мне не приставал, ни единого раза. Последние 4 дня он вежливо целовал меня на прощание в обе щеки и отправлялся спать. Не то, чтобы я сама этого хотела, в смысле, чтобы он ко мне приставал. Нет, серьезно, не то, чтобы мне само нужно было что-то сделать. Серьезно, не то, чтобы. Ладно, проехали. Едва сел за столик, я с места в карьер спросил Томаса. Встречался ли ты с итальянкой и давала ли она тебе когда-нибудь пощечину? Он расхохотался. За что я тебя люблю, Джулия, так это за то, что ты тоже не очень-то умеешь вести светские беседы. Это наша с тобой общая черта. Все сказанное я услышала только, что он за что-то там меня любит. У меня было несколько итальянок, но они никогда не давали мне пощечину. Думаю, они просто знали, что француз может дать пощечину в ответ. Такое впечатление, что итальянки мужчины воспринимают это как должное. Ничего об этом не знаю, сомневаюсь, чтобы им это нравилось. Но я тоже слышал, что такое случается довольно часто. Я покачала головой. Замечательно, от одного бокала красного вина я уже слегка опьянела. У Томаса зазвонил мобильный.